Всем привет! 10 дней назад я посадила на рассаду перчик. Сегодня я вам покажу, насколько вырос он, как он зашел. Вот это я вам показываю вид из окна. Вот у нас сегодня очень морозный день, холодно, 14 градусов мороза. На улице солнце, вот такое, смотрите. Ну, яркое, хорошее. Но мороз. Снега, конечно, в этом году немного. А теперь я вам покажу. Вот перец, какой он у меня вырос за 10 дней. Ровно 10 дней назад я вам показывала, как я его садила. Вот ставчики у меня стояли около батарейки. И когда появились первые всходы, вот они. Это было, наверное, 2-3 дня, наверное, 2 дня назад. Я перенесла ставчики с теплого места вот сюда на окно. Для чего я это сделала? Я не люблю переросший перец. Он так, в рост идет и, получается длинным, не крепким и все. Вот такой перчик. Сейчас он в более прохладном месте стоит. Смотрите. Вот так он зашел. Еще есть, вот видите, до всходит. До всходит, но пусть он лучше всходит, может быть, какие-то и помедленные, но зато у меня вот этот перчик не перерастет. Вот здесь, в этом ставчике, помните, я вам рассказывала, что я не выбрасываю упаковочки. Вот здесь у меня посажен вот этот перец сладкий, сладкий банан, про который я рассказывала. Вот смотрите, как я вот так обрезала. Поставила зубочисточку и на нее одела, написан какой перец. Вот мне хочется, чтобы оно так было красиво, чтобы в дальнейшем я вот уже, когда высаживаю, я опять его одену, еще он не потеряет своей, это упаковочка. Но я буду знать, что вот тут у меня должен быть вот такой перчик. Вот, я вам скажу, что не очень он зашел. Ну, хотя, наверное, мне его хватит. Я обычно около 50 перчиков высаживаю. Вот здесь у меня калифорнийская дива, рядочек. Вот смотрите, как зашло. Ну, оно еще всходит, вы видите? Вот он еще будет сходить, но зато тот не будет перерастать. А вот здесь у меня вот этот новый сорт, про который я вам говорила. Вот у меня он с этой стороны воткнут. Вот он, перец сладкий Винни-Пух. Я его обратно на место воткнул. Ну, вот видите, вот буквально раскрывается все. Вот так. И вот весь перчик у меня теперь стоит в более, видите, на окне, в более в прохладном месте. Я даже комнату выбрала, в которой попрохладней. Ну, я всегда так делаю. Посмотрим через месяц, вот какой он станет. И сегодня я еще сниму видео одно о том, что мне уже, я его еще ни разу не поливала, он у меня был накрыт целлофаном, а вот сегодня я подолью его, я немножко его простимулирую рост. И вот чем я буду его поливать, смотрите в моем видео. Я уже приготовила даже все, чем я буду поливать, и я вам это покажу. Жизнь продолжается, весна наступает, работы в огороде будет очень много. Я вам буду в дальнейшем рассказывать, что еще у меня уже стоит на повестке дня. Помидоры я пока не садила, потому что у нас в нашей полосе в Украине рано еще их садить. Я буду их садить где-то после 15 марта, чтобы они тоже не погнали в рост и не были переросшими. В Украине это достаточно. Некоторые даже, честно, садят семена в землю. И они вырастают довольно-таки хорошие. Вот такая погода у нас сегодня. Вот такой у меня уже перчик, он меня радует. Вот такая у нас погода на дворе. Вот там, видите, бегает мой песик в кофточке. Мы ему сделали кофточку, потому что холодно.
Вот если вы хотите, вот там вдалеке вот он стоит и кого-то выглядывает под воротами. Это наш шнапсик. Мы его когда взяли, мы его назвали шнапсик. Он такой был чудесный, хороший пес. Вот побежал куда-то охранять наш двор. Все, до встречи. Жизнь продолжается. Подписывайтесь, смотрите. Весна идет, будет очень много интересного видео. Всем пока.